Привет, друзья! Меня зовут Маша. Мы сейчас будем делать макияж стримерши. Само собой, все стримерши выглядят по-разному, и это нормально, я никого не хочу обидеть. Просто я бы хотела создать такой образ. Вот референс, и мы что-то подобное будем сегодня повторять. Я уже высветлила свою кожу, потому что мне кажется, она должна быть такая бледная. Это, знаете, как девушка-анимешника, вот что-то такое. Я в ТикТоке снимала видос, где делаю макияж девушки-анимешника, потому что я сама ею была. Но не суть. Первое — это ушки, конечно же. Куда без ушек, девочки? Далее мы наносим тональное средство. У меня от Essence. Далее я буду наносить очень много консилера, потому что он высветляет. Сделать мое лицо более худым, насколько это возможно. Теперь это все будем растушевывать. Далее будем рисовать с вами скулы. У меня от Ксикси. И буду наносить их прям кисточкой, чтобы у меня были прям ярко выраженные скулы. Сейчас мое лицо безумно блестит, поэтому я нанесу сразу же пудру и обильненько припудрюсь. Теперь самое сложное для меня — это брови. Я их постараюсь сделать более тонкими, более прямыми, более аккуратными, насколько это возможно, потому что мои брови довольно широкие, неровные и так далее, поэтому сейчас прям нужно постараться. Сами брови я буду оформлять, думаю, тенями. Итак, брови готовы. Теперь мы переходим к оформлению глаз. Я их постараюсь всеми силами увеличить, более мультяшными, что ли, поэтому начинаем. Нам потребуются самые светлые тени, которые у вас есть, белые, бежевые, неважно. Лучше выбрать не прям белое, а что-то такое бежевое. И мы наносим на все веко. И беру какой-нибудь такой более потемнее оттенок бежевого. И затемняю складочку. Делаю что-то типа кат-криз. Такой растушеванный кат-криз. Этими же тенями я немножечко контурирую свой нос. Более персиковое добавляю. Также наношу на носик. Мы как бы должны быть между милашкой и секси. Вот что-то такое у нас должно сегодня получиться. Итак, румянец готов. Теперь мы переходим к стрелкам. Стрелки у нас должны быть огромными и максимально яркими, насколько это возможно. Пожелайте мне удачи. Стрелка у нас должна выходить за край конца глаза и продлеваться уже наверх. И линию наверх. Урок геометрии. Оп, и проводим линию, но это еще не конец. Заполняем. И получается как-то так. Теперь мы рисуем на втором глазу то же самое. Мы сейчас будем рисовать складочку у нижнего века. Такой мешочек. Теперь мы берем какой-нибудь опять светло-бежевый цвет и дублируем мешочек. И теперь я немножечко затемняю нижнее веко. Теперь, по идее, было бы здорово наклеить вот на этот мешочек какие-нибудь маленькие накладные реснички. Но у меня их нет, поэтому я просто прокрашу ресницы белой тушью. И теперь для более ярких глаз приклеиваем накладные ресницы. Хоть у меня и свои нарощенные. Ну да ладно, им уже месяц, они уже общипанные, как курицы. И теперь у нас остаются губы. Для губ я думаю использовать вот какую-нибудь такую матовую красную помадку. Мне кажется, она сюда отлично подойдет. И кисточкой все это растушевываю. Губы готовы. Теперь я хочу добавить немножко милости. Это будут веснушки. И нам остается добавить хайлайтер. Йо-йо-йо-йо-йой. Это бабка Хаги-Ваги, она всем кидает фаги. Ей не нужны мои мани, улетаем на Майами. Прилетели на Майами, я раскидываю мани. Делаю я очень мощно, ведь мой дед Хаги-Ваги. Просто прекрати пасть-пасть-пасть-пасть мои бные сны. Благодарю вас за просмотр, ставьте лайки, пишите комментарии. Надеюсь, вы не словили кринж со всего этого. Спасибо большое за просмотр, всех люблю, целую, обнимаю, всем пока. Я тут думаю, что вставлю какую-то музыку на монтаже, но я вообще не знаю, что я могла слушать в этот момент у себя в голове.